Одной из массовых болезней современного мира ученые называют стресс. Врачи-неврологи считают его источником всех заболеваний. Профессор Тажудин Мугудинов убедился в этом на собственном опыте. Всю свою жизнь доктор посвятил изучению нервных болезней. В день он принимает десятки сложных больных. Патимат Бурзиева о работе с нервными клетками, которые талантливому врачу удается восстанавливать. В палате консилиум врачей над сложной больной. Несколько ударов молоточком по сухожилиям, недолгое общение с пациенткой и коллегами. И профессору Тажудину Мугудинову ясен диагноз и каким будет дальнейшее лечение болезни. Меня смущает другое. 32 сои и, соответственно, лейкоцитоз, выходящий за рамки 9. С этим надо разобраться тоже. Ну, УЗИ внутренних органов, это я все надо сделаю. Да. Обязательно. Сои мы выясним. Все это надо делать. И кроме того, пунктировать больную, у которой есть заместительная гидроцефалия, и без исследования глазного дна я бы не порекомендовал. В прошлом году Тажудин Магомедович отметил юбилей – 75 лет. Но, несмотря на возраст, продолжает лечить людей самыми сложными нервными заболеваниями. Есть еще свой личный опыт, опыт медицины, который говорит о том, что его осанка, его взгляд, блеск глаз, тембр голоса, как он излагает свои жалобы, даже посадка, как он сидит, как он смотрит на врача и притупляет взор, когда у него возникают свои, так сказать, размышления на заданный врачом вопрос. То есть все это уже приходит с годами, уже не столь приходится долго задумываться, что там, когда это все уже прокручено много-много миллиардно раз. Когда другие медики мечтали быть хирургами, Тажудин Мугудинов выбрал для себя путь врача-невролога. Что такое неврология, в те годы в Дагестане мало кто знал. Но профессор за время работы ни разу не пожалел о своем выборе. Ведь одно дело изучать там, скажем, заболевания руки, ноги, таза и так далее. А другое дело, когда заниматься мозгом, который не только болеет, но и делает человека человеком, у которого есть, так сказать, столько граней его. Но было интересно, конечно, заниматься этим делом. Кандидатская и докторская диссертации. Более 120 научных статей и открытий по неврологии, которые помогают ему и сегодня излечить больных. Везде стык с неврологией. Куда вы ни кинетесь, окулист присылает, пожалуйста, консультацию невропатолога. Он глянул на глазное дно, увидел там соответствующие изменения, пожалуйста, консультация невролога. Кожник. Без невролога редко обходится, потому что многие из тех вещей, которые он лечит, там дерматозы, нейродермиты и прочее, оно имеет прямое отношение к неврологии. Своим опытом и знаниями он щедро делится с другими, будь то простые студенты или врачи со стажем. За полвека Тажудин Магомедович воспитал целое поколение дагестанских неврологов. С этим человеком работать, конечно, нам очень комфортно и хорошо. И Тажудин Магомедович начнет объяснять нам, это нам хватает на всю оставшуюся жизнь. Мы ему очень благодарны, я лично очень благодарна. Я неврологом стала благодаря Тажудин Магомедовичу. Нервные клетки не восстанавливаются. Этот миф доктор Мугудинов успешно развенчивает уже больше полувека, возвращая людям утраченное ими здоровье. Патимат Бурзиева, Ибрагим Магомедов. Время новостей.